Autoritățile din autonomie spun că în felul acesta vor acorda o atenție sporită istoriei și limbii găgăuzilor. Она заложена в учебных планах Министерства просвещения Республики Молдова. И другой вопрос, что у нас не было учебников как таковых. И эти, если учебники были, они были на русском языке. Мы сегодня ставим задачу, чтобы через хорошее знание гагаузского языка, чтобы наши дети могли изучать и другие иностранные языки. Elevii din autonomie spun că au nevoie de această disciplină. Я бы хотела изучать историю своего языка, вообще своей культуры, потому что мы изучаем только историю румын. Было бы немного сложно, потому что мы адаптировались уже к одному языку. Если бы учитель преподнес, это очень интересно, и думаю, что это бы всем понравилось, и изучали бы многие. Potrivit profesorilor, istoria și cultura poporului găgăuz nu trebuie să devină o povară pentru elevi. Posibil că o să fie probleme pentru unii care nu cunosc găgăuză. 10 ani în urmă, copiii încă mai cunoșteau și limba găgăuză, fiindcă mai vorbea în găgăuză, dar acum și ei mai puțin posibil că cunosc găgăuză. Эти вопросы истории своего родного края, традиции своего народа, каждый человек должен знать и знать хорошо, потому что это прежде всего имеет очень большое воспитательное значение. Elaborarea literaturii metodice pentru istoria găgăuziei va dura câțiva ani. Reprezentanții Ministerului Educației de la Chișinău au declarat că vor face declarații doar după ce vor analiza manualul. Proiectul de lege urmează să fie aprobat de Parlamentul Autonomiei Găgăuze.